Вновь Буше. Сходит у него шайба с крюка. И сразу же контратака Северстали. Тимашов ее начинает. Вовченко по левому флангу. Держит паузу. Переводит шайбу. Хорошее подключение Стенквиста. И гол! 1-0. Якоб Стенквист забивает первую шайбу в этой встрече. Быстрая контратака Северстали. И, честно говоря, все к этому шло. Северсталь, понятное дело, рассчитывала на именно такую контратакующую игру. И вот одна из этих контратак, посмотрите, как глубоко все пять игроков Локомотива сместились к своим воротам, тем самым освободив пространство для этого шведского защитника. Ну и нельзя не отметить передачу Даниила Вовченко, который подключил Якоба Стенквиста к этой атаке. Паскуали на бросок Стенквиста среагировал, но прижать шайбу ко льду ему не удалось.